Анонс и точная дата выхода третьей серии нового турецкого сериала «Грань между нами». Третья серия сериала выйдет в эфир 8 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Синем проснулась рано утром, привела себя в порядок и отправилась по своим делам. Оказавшись на улице, ее внимание привлек воздушный шар ярко-красного цвета. Она взяла его и дальше отправилась вместе с ним. Только Синем внутри чувствует какую-то тревогу, но никак не может понять, что это. Она открыла свой блокнот и сделала некоторые записи. Когда Синем села в такси, то позвонила своей матери для того, чтобы предупредить, что она задерживается, и за нее не нужно волноваться. Но мать также почувствовала в голосе Синем какую-то тревогу, и когда спросила у нее, то дочь не смогла ответить на этот вопрос, так как сама не понимает, что с ней происходит. Мать попросила Синем, чтобы она не позволяла своим проблемам переполнять ее душу, ведь это ее только отравляет. Синем сказала своей матери, что она совсем не в порядке. Тут неожиданно дверь открыл какой-то парень, и он попросил Синем, чтобы она вышла из машины и пошла с ним, при этом назвав ее по имени. Но Синем испугалась и закрыла дверь. В этот момент произошла ужасная авария. Синан огорчен, что снова не смог ничего исправить. Но затем начинается новый день, и на этот раз Синан встречает Синем возле того самого злополучного такси. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 8 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.